Всем привет, продолжаем рассматривать картины. Вот какое описание картины я нашел в интернете. Картина Руджиера, освобождающая Анжелику, Жан-Агюст Доминик Энгар, 1819-1839 год. Холст, масло, 47/39. Жан-Агюст Доминик Энгар, французский живописец, общепризнанный лидер европейского академизма XIX века. Полотно Руджиера, освобождающее Анжелику, поздняя уменьшенная версия картины, написанной художником для Людовика XVIII в 1818 году, ныне находящаяся в Лувре. Анжелика – дочь катайского царя в неистовом Ронде, романтической эпической поэме итальянского поэта Ариоста. Поэма о войне христиан с сарацинами во время Карла Великого. Героини были влюблены несколько рыцарей, христиан и язычников. Среди них, помимо героя поэмы Роланда, был Руджиера, один из языческих рыцарей-победителей. Сюжет очень похож на тему Персея и Андромеды. Анжелика прикована цепями к скале на морском берегу. На нее готово напасть морское чудовище. Рыцарь, приехав на гиппогрифе, это мифологическое животное, наполовину конь, наполовину грифон, ослепил монстра волшебным мечом и надел на мизинец Анжелики магическое кольцо, которое будет ее защищать. Руджиера освобождает девушку от оков, они садятся на крылатое животное и вместе уносятся вдаль. Вот такое описание картины Руджиера, освобождающей Анжелику, Жана Агюста Доминика Энгра, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».